Да, меня зовут Мария. Мы с вами сейчас научимся останавливать кровотечение. Кровотечения бывают разные. Вы, наверное, знаете, какие бывают. Когда не поцарапался, чуть не сильно течет, и когда сильно течет. Венозно, артериально, капиллярно. Смешанное. Да, все правильно, существует множество видов кровотечений. Но мы с вами в рамках оказания первой помощи, чтобы не разбираться, алая кровь или это багряная кровь, ну, по крайней мере, многие не имеют медицинского образования. Поэтому мы делим на два вида. Первый вид – интенсивное кровотечение, когда кровь течет обильно, вытекает из раны и не останавливается в течение какого-то времени. То есть ты видишь, что кровь течет – это интенсивное кровотечение. И неинтенсивное, вот как ты говорила, поранился, ссадина, то есть оттуда кровь не течет. Сочится. Да, может быть, она сочится, может быть. Вот мы в рамках первой помощи делим вот на таких два основных вида. Мы с вами поговорим сейчас о том кровотечении, когда из раны вытекает кровь. К какому это виду относится, значит? Интенсивное. Интенсивное кровотечение. Что мы видим у человека, если течет кровь, что мы можем сделать? Давайте мы сейчас рассмотрим, например, пожалуйста, ладно, я прошу, сядь сюда. Найди себе место, пожалуйста, то, где может быть забили наконечник, откуда у тебя течет кровь, я не знаю. Представим, что... Прям покажу, где, в каком месте. Вот. У человека течет интенсивная кровь. Я вижу, что она там капает, вытекает и так далее. Мои действия. Самое главное, как мы уже говорили, это обезопасить себя, защитить себя, личная безопасность. Могу я сразу подбежать и что-то делать? Даже если у меня есть бинт, еще что-то. Могу? Конечно. А что будет с кровью? Конечно, могу. Но, опять-таки, я не знаю человека, даже если знаю, это кровь через это биологические жидкости, через них могут передаться различные заболевания. Нам нужно как можно меньше контактировать с любыми жидкостями и обезопасить себя. В идеале надеть перчатки. Но всегда ли у нас с собой имеются перчатки? Всегда. Не всегда. У меня имеется, потому что, да, мы преподаем первую помощь, у нас имеется. Но у нас не всегда имеется. Что можно использовать вместо перчаток? Зимние перчатки можно использовать. Зимние перчатки, они из какого материала? Ну, не знаю, синтетика какая-то. Синтетика, тряпичные. Рабочие перчатки можно использовать? Рабочие. Через них кровь проходит? Ну, да. Жидкость может добраться до твоей кожи? Да. Да. Значит, это подходит? Нет. Нет. Что можно использовать? Если мы находимся в школе, в офисе, что у нас может быть? Документы, где хранятся все. Файлики. В коробках. Можно использовать файл, да? Пропускает кровь? Нет. Но будет удобно накладывать повязку? Наверное, не очень. Еще что можем использовать? Любые пакеты, целлофановые, неважно, если вы дома на кухне, можно использовать это. Если вы дома на кухне, можно использовать хозяйственные перчатки, все, что есть под рукой. Чаще всего на кухне такие перчатки есть. Дальше. Про личную безопасность вспомнили. Самый первый способ – это прямое давление оказать. То есть мы должны максимально зажать место раны. То есть пока я буду готовиться, искать свои файлы и так далее. Я вижу, у человека течет кровь. Если человек в сознании самостоятельно, кровь не очень там мощно, все, и она способна что-то сама сделать, я говорю, ладно, зажми рану. Сильно, прям сильно зажми, надави. Она надавливает, в это время я ищу подручные средства. Мне нужно найти что-то, что будет вместо перчаток. Я нашла, например, пакеты. Мне нужно найти что-то, что будет вместо бинта. Не всегда у нас с собой рядом бинт. Его представим, что нет, не всегда с собой бинт. Вместо бинта можно использовать любые ткани, да, которые, желательно, конечно, не супер, там не шерстяные, не флисовые, а ткани хэбэшные, что есть. Нам нужно сделать валик. Если бы у нас был бинт, это был бы бинт. Но раз, так как у нас нету бинта, мы делаем валик. Представим, что вот у меня была с собой бандана, платок, неважно. Валик должен быть по величине больше, чем сама рана, по плотности, ну, от 2 сантиметров и больше. Здесь не принципиально. Должен быть плотный валик. Я сделала вот такой валик. Убери руку, зажми. Все, она зажимает. В это время я уже нашла себе, чем я буду обматывать. Что-то, что будет у меня вместо бинта. Тут уже тоже, в принципе, не принципиально. Надеваю импровизированные перчатки, пакеты, то бишь. Убираем руку.
Моя задача плотно, крепко валик прижать по месту раны. Понятно, что это будет возможно сделать сложно, потому что у вас вместо перчаток непонятно что, вместо бинта у вас. Пережали, завязали. И запомните, с того момента, как вы надели пакеты, перчатки, неважно, этими руками в перчатках, в салфетках вы лицо ничего не трогаете, ни очки, ничего не поправляете. Так, отлично. Я наложила давящую повязку. Как оценивается качество наложения давящей повязки? Самое главное, первое. Повязка, как я уже сказала, должна накладываться непосредственно на рану. Если через одежду вы видите, что у человека кровь, нам нужно завернуть штанину, подвернуть или поднять одежду, не знаю, там свитер и так далее. Мы накладываем на голую часть тела, конкретно на рану. Второе. Повязка должна быть наложена плотно, чтобы вот у нее здесь, например, ранение, да, чтобы она не шаталась, чтобы не слетала, чтобы вот эта часть, где находится валик, у нас не двигалась. И чтобы помещалось максимум один палец. Отлично. Дальше. Если повязка наложена верно и правильно, и если все хорошо, у нас с вами кровотечение остановлено. Рука, да. Если рука посинела, ничего страшного, это все нормально, в принципе, потому что мы остановили кровотечение, кровоток немножко как бы нарушен. Но если она побледнеет, значит, вы слишком туго ее завязали, скорее всего, и теперь вообще не поступает туда в кровоток. Поэтому наложили повязку, отлично, стоим, контролируем состояние пострадавшего, разговариваем, можем вызвать скорую, если мы понимаем, что там действительно прям очень интенсивное кровотечение было, я не знаю, чем замотала, в любом случае вызываем скорую. Смысл давящей повязки в том, чтобы оказать давление на место травмы и сжать ткани вокруг поврежденных сосудов. Это способствует остановке или замедлению кровотока. При этом мы обеспечиваем локальное прижатие сосудов, и питание конечности сохраняется. Давящая повязка с одной стороны должна давить, а с другой стороны сохранять питание конечности и не превращаться в подобие жгута. Палец под давящую повязку должен пролезать с трудом, но она не должна давить так сильно, что рука белеет. Также ориентируемся на ощущения пострадавшего. Давящая повязка должна создавать ощутимое давление, но не должна создавать сильного дискомфорта пострадавшему. Рука не должна неметь. Если мы наложили давящую повязку слишком сильно, необходимо ее ослабить. Если я вижу, что у меня повязка просочилась, вот эта, которую я наложила, что здесь у меня есть какая-то кровь, еще что-то. Считаем кровотечение остановленным. Повязка имеет право промокать и с нее может капать, но с нее не должно течь. Если с повязки кровь продолжает течь струйкой, значит кровотечение еще не остановлено, и мы накладываем вторую давящую повязку поверх первой. Опять-таки беру пакеты, файл, там не важно. Все по такому же принципу. Готовлю валик. Если у нас было интенсивное кровотечение и пришлось наложить давящую повязку, значит рана достаточно серьезная, и мы повязку не снимаем. Обеспечиваем фиксацию конечности и покой пострадавшего, например, подвесить руку на косынку и прибинтовать к телу. Повязку снимать будет уже врач в медицинском учреждении. Кроме того, нужно приложить холод к поврежденному участку, дать обильное питье и утеплить пострадавшего, а также контролировать его состояние до приезда скорой.